Чебоксарскому аэропорту присвоят имя Андриана Николаева. Завершилось финальное голосование по выбору выдающихся людей, чьи имена будут носить воздушные гавани 47 российских городов. Космонавт номер 3 обошел офтальмолога Святослава Федорова и просветителя Ивана Яковлева. Андриан Николаев, уроженец села Шоршилы, дважды герой Советского Союза, генерал-майор авиации. За него отдали свои голоса 62% респондентов.